Можно поподробнее, что такое Фред Фэмили? Я с канала самых истоков услышал про эту семью первый раз. Не, ну много раз на стримах обсуждали. Просто как бы как негласное объединение увлеченных и понимающих прошаренных персонажей, которые валят так, как надо на гитаре. То есть, ну вот из таких вот более-менее публичных лиц, которые с каналами, ну где-то может быть человек 7 вот, в Фред Фэмили. То есть хлопец с Соларом. И как бы там еще несколько персонажей. Вот, блин, я вспомнил, по-моему, звали Бочкарев или Бочкин, чел, по-моему, из Сибири. Вот он на Джексоне навалил просто капец. Но вроде канал удалил. Там был тоже как бы Фред Фэмили и тот еще. Поэтому просто ребята, которые понимают эту тему с высеканием, потому что большинство, подавляющее большинство людей, то есть, я не знаю, ну, процентов, наверное, 95 гитаристов, может, больше, они просто, в принципе, ну, как бы не понимают, да, эту концепцию высекания, что надо звучать там злобно, резко. Потому что понятно, что если ты хочешь как бы, ну, какие-то злые рифовые эмоции выразить через гитару, ну, научись как бы высекать нормально, пойми как бы суть кончика там и так далее. И вот те, кто это понял, которых прям реально все аж лязгает, валит, мочит, это персонажи во Фред Фэмили. Если мне нравится Мега, я мог быть во Фред Фэмили? Конечно. Опять же говорю, это же эффект Нюркина, если навалит. То есть, может быть, ты в 14 лет, допустим, кого-то трогал, да, и тебе как бы, ну, на фоне звучало Мега, все. Вот тебе, или там какой-нибудь, не знаю, там, чувак в классе, которого ты уважал, сегодня старшеклассник, какой-нибудь старшак подъехал к тебе на Яве и сказал, чё, братиш, типа, вот, послушай там, типа, на, и дал тебе кассету, ты прям стоишь, это Ява уехала, ты прям выхлоп, ты вдыхаешь, прям, он на меня посмотрел, он мне даже сказал что-то. И приходишь домой, врубаешь, и как бы вот пропёрся, то есть вот, может быть, вот так вот.